вам говорить, что происходит. До нас медленно, очень медленно, как парящий в воздухе. То есть, причем они меняют между собой расположение, меняют их постоянно. Три красных точки оранжевого цвета. Они то краснеют. Они как бы в свободном парении таком по отношению друг к другу, причем они не на одной скорости. Вот две пропало абсолютно. Сейчас третья прыгает. Они улетали в высоту. А вон еще одна летит на мне. Красная. Да. Догоняет ее. Нет, ничего не видно. Главное темное небо снимать, а не дома. Чтобы в темном небе было видно. Да ее не видно. Вообще не видно. Что ты хочешь? Нам давай на них смотреть. Подожди, красная. Да, возможно, потому что она очень ярко. Еще две. Летят? Да. Боже, боже. Атака какая. Подожди, это не атака, это вообще, может, не минут, подожди. Здравствуйте, что это такое молчите? Блин, может, телефон как-то мог так настроить, чтобы он снимал нормально? Подожди, и смотри, они так вот летят, как...